5 дружин собрались на зональном этапе чемпионата России по флорболу. Омск представили сразу две сборных, одна из которых молодежная, выступала вне зачета. Остальные команды били за выход в финал и продолжение борьбы в чемпионате. На максимальных скоростях играли сибирские медведи из Новосибирска, Кузбасс из Кемеровской области и Энергия из Барнаула. Это команды, как бы можно сказать, новички. Мы первый раз такой проводим турнир. То есть это новая система проведения розыгрыша чемпионата России в этом году. Но это, я думаю, что это интересно, это появление новых команд. И команды будут расти, развиваться. В дальнейшем будут боеспособными уже участвовать там, в финальных соревнованиях чемпионата России. Омский регион защищала команда «Сибирь». Она состоит из участников взрослых и молодежных чемпионатов мира, призеров национальных стартов и чемпионов Кубка России. Мастерство омичей позволило показать самый огромный отрыв в чемпионате и занять первое место. По итогам трех игр с общим счетом 49-5. Молодежная сборная из Дюшор-22 участвовала вне зачета и не претендовала на выход в финал. Тем не менее, они едва не сыграли в сухую, получив единственный гол почета в свои ворота. Итоги трех игровых дней лишний раз доказали, что омский флорбол в передовиках по Сибири. С Кузбассом прежде не встречались, а готовились мы упорно. На каждой тренировке отрабатывали там движение, там технику нарабатывали, все это. Поездка хорошая, как бы. Вчера просто волновались, не могли выиграть. Сегодня хорошо, как бы сыграли. Сегодня довольны. Впервые участниками зонального этапа стала сборная Новосибирска. Сибирские медведи в форме, стилистически напоминающие цвета хоккейной команды «Сибирь», выступили в спортивном комплексе «Юность». У молодой федерации большие планы. И в Омске есть чему поучиться. Цели ставили обучение, получение какого-то опыта, знакомства, потому что омская школа одна, я не сказал бы одна, ну пусть одна из самых сильных, просто самая сильная в России, поэтому мы все сибиряки, мы все общаемся, все на одной волне, у всех сибирский характер, поэтому мы будем все вместе развиваться. Фото на память с чемпионами и призерами. По итогам зачетных матчей чемпионата России лучшей командой стала омская «Сибирь» с 9 очками. Второе место, 6 очков и путевку в финал завоевала барнаульская «Энергия». Третье место и медали зонального турнира получила команда «Кузбасс». Последнее место у новосибирцев.